Еще один вариант тренировки, скорее больше направлен на укрепление плечевого пояса. Потому что если есть травма, это сразу скажется. Итак, берем вес относительно небольшой, так чтобы вы могли выполнить где-то 3-5 кругов и не перекашивать, чтобы вы не пытались компенсировать это всем телом. Работаем среднюю, переднюю и заднюю дельту. Следующий вариант. Это раз. Вращение под нагрузкой очень важно. Попробуйте, поймете почему. Передняя дельта. И, соответственно, на заднюю дельту.